ар бир ар жака чачылбай чогуу иштесек жакшы болот эле. Ошо баардык ыктыярчыларды чакырып берет эле. Араван районуна больница. Араванга 100 адамдык кислородный станция азыр коюп бүттүк. Практически каждый день вы видели столько смертей, да? Везде все было в изоляции, никто не выходил, да, на улицу и так далее. Все было закрыто. Как будто это был, так сказать, фильм, да, или ужасный сон. Для обсервации врачей сдали отель полностью, на месяц сдали. Нас вообще не пустили. Нам сказали, все, короче, красная зона, вы нам отдали помещение, все, теперь гуляйте, да? Как раз я отдал под помещение и под обсервацию, а сам уже ходил, ездил по этим, по деревням и устанавливались станции. Все делали то, что могли. Все помогали тем, чем могли, и что, все, ну, как могли, да? Поэтому, знаете, оказывается, очень много хороших людей, просто мы, оказывается, о них не знаем. Потом рамоту дали, с мэрии дали, она на там сюню, а там все, молодец, деп. Я же не успел очухаться, как я потерял своего отца, и после этого для меня уже окончательно все изменилось, да, полностью, жизнь изменилась полностью, 180 градусов. Мне кажется, я много чего осознал. Когда теряешь близкого человека, знаете, это очень больно. И, конечно, человек меняется. Кажется, вот видите, я не один я такой. Мне кажется, сейчас, я думаю, все-таки, если не, ну, не то, что в Кыргызстане, мне кажется, в мире очень много таких людей, которые потеряли очень своих близких людей. Для нас это останется историей. Мы не должны, конечно, падать духом. Это для, наоборот, для нас, они же зачем тогда они покинули нас, если мы не готовы? Значит, мы готовы, знаете. Значит, мы должны быть сильнее, мы должны быть мудрее, умнее. Мы же не ради себя живем, мы ради близких людей живем, ради общества живем, правильно же, ради своей страны. Это, мне кажется, смысл жизни, когда ты что-то стараешься менять, когда это все делаешь сообща, вместе с командой и так далее. Мне кажется, это классно же. Магаманат тут перпереди, 38500 сом. Дай мне сказать, что мы с вами барды, сталорный станция Гурганна, что усталарга джумшалат. Знава, может он да, усталар гельген, тылкая валится с нам, что вещи полон. Койлотат, где-то 30 адамга. Ар бир комнатага 2-3 берилетат. Что посредством тебя как бы мир меняется, да? Поэтому, мне кажется, очень важно участвовать в таких вот мероприятиях, очень важно быть частью общества, да? И классно, когда вот ты не один.